Всем привет! Вы на канале Земной Татьяны. Если до сих пор не подписались, нажимайте на подписочку, лайк, колокольчик, пишите комментарии. А также не забывайте, что все ссылочки на соцсети будут в описании под видео. Я сегодня нашла игру, которая зайдет буквально всем и поклонникам BTS, и обычным игрокам, которые любят игру 3 в ряд и выполнять какие-то квесты. Ребята, сегодня мы посмотрим остров BTS, который ребята сами вкладывали усилия и... По-моему, летом было анонсирование этой игры. Ну, я, естественно, на это все пропустила. Но сейчас мы посмотрим. Игра предполагает, что вы будете выполнять задания 3 в ряд. Какие-то небольшие квесты. Также присутствует одежда, как я посмотрела на некоторых картинках. Так что будем сейчас играть и смотреть, что же там интересного в этой игре. И чем она заманила. И просто в топах держалась. И кучи собрала, в общем-то, скачиваний и как положительных отзывов. Значит, смотрите, остров BTS. А, интересно, это на русском или нет? Так, нажимаем play. А, то есть нам сразу предлагают играть 3 в ряд. Хорошо, мы сыграем 3 в ряд. Кстати, это так не так напряжно, скажем так. Ну, по крайней мере, для меня 3 в ряд я люблю. Так, знаете, чтобы... Ага. А, значит, надо клубничку, что ли, собирать? Да не вопрос, будем клубничку собирать. Вот, 9 осталось. А зачем нам лишнее собирать, если мы можем и так собрать без этого? Все прекрасно, сделали самый простой левел. Ну да, конечно, если там дальше будет сложнее, то это уже как бы минус. Но почему бы и нет? Не напряжная игра в плане вот того, что просто собирать 3 в ряд. Но я, конечно, люблю больше квесты какие-то выполнять, на подумать. Но здесь тоже неплохо, почему бы и нет. И нам надо какие-то открывать... Так, что нам надо открывать? Надо копить уровень, да, и открывать вот эти вот коробочки. В общем, я так поняла, что BTS оказались на острове, и им там надо выжить. И, конечно же, надо дом построить, там полянку развести для того, чтобы там что-то сажать. Мне кажется, так. Ну, как бы, как еще должно быть выживание на острове? I feel moment later. Так, спустя некоторое время. Что вы, ребята, такие огорченные? Да ладно, не плачьте, вы же мужики. Так, уровень счастья порос немножко. Так, это мы сделали. Так, а, вот, нам задание, да, за которое нам дают звездочки. Отлично, что там надо сделать дальше? Ой, у меня псюха лает. Ну, а, смотрите, надо, может, лодку как-то завести. Что он там с лодкой делает? А, блин, я ж не могу экран повернуть. А, типа, да, не заводится лодка. Кто-то пошел помогать. Я вот, честно говоря, не особо разбираюсь. Не то, что в участниках. Ну, так, слабенько разбираюсь, да. Но тут они для меня, ну, на одно лицо просто похожи. Ну, в смысле, извините, как я тут пойму? Может быть, только по цвету волос, там, может, прическам. Так, хорошо. Что у нас там? Отлично. Уровень счастья растет. Или это уровень просто участников растет. Так, следующее задание. Так, have a meeting with the momers. Momers. Окей, давайте. Что тут там предложит интересного? Так, какие-то чемоданы. Я вот на их месте бы из воды вот вытащила бы все, что можно. Но, видимо, игра это не предусматривает. Такие стоят, такие, а что делать, что делать? Ну, наверное, в воду лезть и все это доставать. Так, это, загрузить. Хорошо. Много очень диалогов. Я их пролистываю, но потому что смысл читать. Я буду все интуитивно так вот понимать. И главное, у всех одинаково все растет. Так, следующее задание. То есть нам даются какие-то задания со звездами, чтобы наш уровень рос. Вы, вот видите, вторая звезда, второй уровень, я так понимаю. Так, ну молодцы, наконец-то дошло, что надо вытащить чемоданы. Так, о, смотрите, видите, теперь у нас это сделано. Так, а что? А, ну давайте вот это пусть будет. Это будет как бы такой вот антураж. Ну хорошо, это, типа мы можем выбрать, а потом можем поменять, скорее всего. Так, X1, а может быть
X2. А, вот, смотрите, есть перемотка, если что, на X2 поставить. Или просто... О, кстати, отлично, пропустить же можно. Зачем я каждый раз диалоги эти листаю? Но я не сразу все это дело поняла. Так, 8% у нас. Следующее задание. Так, опять игра. Ну, окей. Давайте посмотрим, что у нас тут есть в игре. Так, почта у нас есть. Типа это выполнили. Получили Army Bomb Star. Какая-то штучка. Радуга с озером. Так, кристаллы получили. Хорошо. Так, теперь... А что-то... А, вот еще есть. Так. Я не знаю, что это такое. Я пока не буду нажимать. Мало ли меня куда-то выкинет. Так, здесь. Эй, верните. А, типа это закрывать, чтобы только остров был виден. Так, настройки. Давайте-ка... Так, а язык? А нету русского языка. Так что, ребята, сорян. Ну, в принципе, не так и важен русский язык. Здесь и так все понятно. Так, здесь у нас, понятно, квесты идут, миссии, какие надо выполнять. Здесь у нас что? Может быть, участники BTS? Так, а, смотрите, как только дойдет до коробочки, нам что-то откроется, да? И мы можем одевать наших участников. Так, ну-ка, что у нас? Здесь пока ничего нету. К сожалению, потому что уровень, видимо, маленький. И фотоальбом. Хорошо. Типа, там фотоальбом, видимо, за какие-то квесты, может быть, надо будет делать. Итак, смотрите, что мы можем установить. Так, мы можем установить. Окей. Закрыть. Так, я еще хочу. Можно мне еще? Я вот это тоже могу установить. Вот, передвинуть, допустим, сюда. Так, и вот это я могу тоже установить. Вот сюда поставим. И это просто двину, чтобы клеточку не занимать. Вот. Все. Пусть будет так. Отлично. Так, теперь у нас есть магазинчик. Магазинчик, да, где мы можем... Так, у нас 150 кристаллов. Ой, да, 150 кристаллов, да. Что-то мы можем открыть. А, типа одежду какую-то можем открыть. Или 10, или там один раз. Так, дальше итемы. Ну, тут понятно, донат. Тут тоже донат. Ну, пока не будем жамкать ничего. Значит, а, еще фри. Какая-то обезьянка тут сидит. Так, а что тут надо делать? Один патчес, два патчес. Непонятно. А, типа ивент какой-то может быть надо выполнять для того, чтобы вот эта обезьянка у нас открылась. Ну, хорошо. Я поиграю и посмотрю, какие еще дальше миссии, кстати, нам будут давать. Как я поняла, ребята, задания, которые вот именно квестовые, что-то там делать, перемешиваются с заданиями вот эти три в ряд. И вот тут Daily Attend. В общем, короче, за первый день мы получаем вот такие вот бонусы. И каждый бонус, кстати... Так, мы не будем покупать, спасибо. Каждый бонус здесь дается тоже. Смотрите, сначала денежка, потом бомбочки для того, чтобы там в три в ряд открывать. Еще какие-то бонусы. И в конце вот такое вот. Так, а вот теперь мне интересно, что там у нас открылось здесь. Открылось ли фотоальбом? О, смотрите, ребята, то есть чем больше мы делаем заданий, тем больше открывается альбом. Это очень приятно для фанатов BTS, так что прикольно. Кстати, так, здесь я еще не открыла. Нет, не открыла, к сожалению, пока что. Одежды пока у меня нет, значит, надо что-то еще поделать. О, смотрите, танец, прикольно. Кстати, неплохая такая игрушечка. Вообще мне понравилась, такая ненапряжная, скажем так. И какие-то, так, тут я получила, и какие-то квесты делать. И три в ряд играть. Так, ну-ка, тут опять нам... Вот видите, как раз что-то сделать надо, да? То есть пройти какие-то уровни три в ряд, а потом вам предлагают дальше какой-то квест. Так что, слушайте, я вам советую в эту игру поиграть. Она прям и расслабляет, и такая забавная. Знаете, что еще открылось? Ну, клан открылся, тоже можно вступить. Еще куча всяких там вот иконок. Но, смотрите, 17 дней... Ивент идет, я так понимаю, что типа специальные декорации к Новому году. И вы собираете
в какой-то момент, то есть я, по-моему, на 40-м уровне это уже стала открывать, такие вот шапочки, когда вы 3 в ряд собираете, и, значит, можно строить дом и декорации, то есть я вот пол сделала, и там, в общем-то, отдекорировать новогоднее, типа, настроение, и, соответственно, тут вот идут подарки. Подарки, бонусы для прохождения 3 в ряд. Что я за это время открыла? Значит, смотрите, с двух сторон, так это мы убираем, с двух сторон у нас лежачки с зонтиками, вот этот вот мохито, такой типа бар, потом у меня открылся песочный такой замок, так, по-моему, слушайте, что-то у меня ведь еще было, нет, я думала, мне предмет дали, но не дали, вот. Потом палатку мы сделали, вот эти вот гамаки мы тоже сделали. Дальше построили вот это шуреры, что это такое, я не знаю. В общем, домик. Ну, нам еще так представить. Вот еще вот эти как не скейты, блин, как не забыла это серфы. И вот я думаю, что нам будет надо будет отремонтировать лодочку, что-нибудь там еще закрытое есть. Я больше ничего не вижу, но, скорее всего, еще какие-то там вот квесты. Тут вон тоже разные, не знаю, деревья, да, может быть, там то тоже что-то можно будет построить. В общем, игра классная. И уровни, то есть, да, у меня сейчас 41 уровень. Уровни проходить достаточно легко, особенно когда вы много-много бонусов собираете. Вам вот сам участник BTS помогает и... Например, открывает закрытые вот эти вот фишки, тем самым как бы увеличивая шанс прохождения. Так что, ребят, игра классная. То есть, прикиньте, да, меня до 41 уровня дотянуло, что мне даже интересно стало, как бы, что ж там дальше. Но пока я не могу понять, как же мне открыть одежду. То есть, фотографии у меня куча открыта уже, да, ну не куча, да, там, но, по крайней мере, у меня тут достаточно много фоток уже вот этих участников. Но пока с костюмами я не разобралась. Возможно, вам что-то будет понятно. То есть, я не знаю, какие-то там, вот, может быть, эти штучки надо собирать, обойти, ну вот, либо там, но подарки, как бы, тут, видите, какой-то билетик, например, здесь земы, здесь тоже земы, ну, то есть, чем выше уровень, да, тем лучше подарок. Возможно, чем выше уровень будет вашего персонажа BTS, тем, как бы, будут больше открываться вот эти шмотки. Всем огромное спасибо за внимание, с вас лайк и подписка, с меня интересный контент, а я на этом с вами прощаюсь, всех люблю, целую, обнимаю, обожаю и всем пока-пока! Муа!